200 тысяч штраф и амнистия. Такой приговор вынес Кировский районный суд бывшему заместителю мэра Андрею Лапицкому. Напомню, экс-руководитель проектного института Красноярска обвинялся в незаконном предпринимательстве. Его организация не имела документов, разрешающих реконструкцию театра Пушкина. Однако суд не нашел нарушений в том, что чиновник, уходя с поста, издал приказ о выплате себе почти 1,5-миллионной компенсации. Лапицкий признан виновным и отпущен на свободу, но вину не признает. Как он сам отметил, будет добиваться полного оправдания. Надо будет пройти все инстанции, а потом будет, конечно. Я буду, я считаю, в действиях прокурора Кировского района множество нарушений. Буду подавать, конечно, когда пройдет все.